Комитет управления и социально-технических сервисов объединяет три взаимосвязанных вектора, которые позволяют готовить специалистов, востребованных на рынке труда. В развитых странах мира порядка 70% трудоспособного населения занято в сфере услуг. В настоящее время в Российской Федерации это динамично развивающийся сектор экономики. Кратко охарактеризую направления подготовки факультета. Педагогические направления. Педагогическое образование, профиль, технология и экономика. Подготовка студентов осуществляется на уровне бакалавриата и магистратуры. Уникальным для Нижегородского региона является направление подготовки профессиональное обучение. Мы готовим преподавателей для системы профессионального обучения на уровне начального, среднего, высшего профессионального обучения, а также системы корпоративной подготовки специалистов. Студенты, окончившие направление подготовки профессиональное обучение, готовы к работе как в образовательных организациях, так и в различных отраслях народного хозяйства. Подготовка в области экономики и управления осуществляется на уровне среднего образования, бакалавриата и магистратуры. Подготовка студентов, обучающихся на экономических направлениях, осуществляется в сотрудничестве с таким крупным партнером, как Банк России в Приволжском федеральном округе. Подготовка в области сервиса и туризма осуществляется в тесном контакте с крупными туристическими компаниями «Килит Глобаль» и «Антарес». Студенты в рамках зарубежных стажировок могут совершенствовать свое профессиональное мастерство и получать уникальные компетенции. Инженерные направления подготовки в области техники и технологий наземного транспорта готовят специалистов в области автомобильных перевозок и автосервиса, неизменно востребованных на рынке труда. Образовательную деятельность осуществляют высококвалифицированные специалисты, а также ведущие специалисты различных отраслей народного хозяйства региона. В структуре факультета работают лаборатории физики, прикладной механики, автомобильного сервиса, домоведения, 3D-моделирования, автоматизированного проектирования и другие, которые обеспечивают подготовку специалистов на современном уровне. Наш факультет расположен в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. На площадях факультета работают приемная комиссия, пользовательский центр с доступом к электронным библиотечным ресурсам, спортивный зал и все, что необходимо для эффективной организации современного учебного процесса. Будем рады видеть вас среди студентов факультета управления и социально-технических сервисов Нижегородского государственного педагогического университета имени Казьмы Минина.